Добрый день всем! Сегодня я сделала очень такую хорошую эффектную маску и хочу с таким рецептом с вами поделиться. Для этой маски нужны вот такие продукты, очень такие простые, но эффект очень хороший бывает. Нам нужно крахмал. Крахмал можно любой, можно картофельный, можно кукурузный. Куркума и молоко. Вот. Хотите хороший эффект получать, всегда нужно брать натуральные ингредиенты. Вот куркума у меня натуральная, я его с корнем прямо через кофемолку измельчила, вот она у меня натуральная. Чтобы сделать эту маску, нужно брать 3 чайные ложки крахмал, положить вот в чашечку и нужно добавить по чуть-чуть молоко, перемешивая. Нужно добавить столько, чтобы сметанный, вот как сметан, чтобы получилось. Потом нужно сверху добавить пол чайной ложки куркуму, перемешать. Вот маска у меня готовая. Вот как сметан получается. Вот. Нужно с помощью кисточки или кончика пальчика все наносить на кожу лица. Можно на шею, можно на руку наносить на 15 минут. После этой маску омолаживается кожа, разглаживается морщины, подтягивается овал лица, осветляется кожа, уменьшаются пигментные пятна, освежается кожа прямо, делается она яркая, бархатистая и упругая. Эта маска заменяет прямо дорогостоящие процедуры, которые в салонах делают. Вот. Эффект после первого же раза вот прямо заметно. Молоко и также кислая молочка для кожи очень полезна. И также куркума. Вот. В составе куркумы, благодаря вот такие вот полезные витамины, микроэлементы имеются, кожа омолаживается, делается яркая прямо, сияющая делается. Маска очень хорошая, сделайте. Все, желаю вам всем красоты, здоровья и всего вам доброго.